Работают на опережение. Участок улицы Парковой от Ленина до Карла Маркса расширят и полностью заменят дорожное полотно. Смещение границ проезжей части происходит без повреждения зеленых насаждений. Согласно контракту, на выполнение планов у подрядчика есть 2 года. Однако, по словам начальника отдела дорожного хозяйства департамента САТЭК мэрии Магадана Василия Рыжкова, открыть проезд на участке намерены уже в этом году. В настоящий момент полностью произведен монтаж бордюрного камня, как по проезжей части, так и по тротуару. Полностью демонтирован существующий слой асфальтобетонного покрытия, как по тротуару, так и по проезжей части. Сейчас идет работа по укладке выравнивающего слоя, щебня и ПГС. Когда это все будет сделано, мы приступим уже к асфальтированию. То есть, задача стоит где-нибудь, надеемся, что погода будет позволять, что-то там 10 сентября. Ремонтные работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 190 миллионов рублей в 2020 году выделено на ремонт участков по улице Речной от микрорайона Пионерный до микрорайона Солнечный, по улице Парковой от улицы Гагарина до улицы Карла Маркса, по улице Ленина от Колымского шоссе до 31-го квартала. Вопросы приведения в нормативное состояние колымских дорог и перспективы развития автодорожной инфраструктуры на личном контроле держит губернатор Сергей Носов и мэр Магадана Юрий Гришан.